Алевтина Воронина частенько ездит в сад в Боровой, выходит из автобуса на конечной остановке. До недавнего времени женщина ожидала общественный транспорт, как и другие жители, под хорошей крышей остановочного кирпичного комплекса. Весной 2013 года кирпичная кладка была повреждена из-за ДТП, и в целях безопасности постройку снесли, а взамен ничего не поставили. Ну, весной мы как-то не заморачивались насчет этого дела. Из автобуса вышел и бегом туда по своим делам. А вот сейчас лето, осень скоро будет. Ходим с пакетами, с сумками. Осадок очень много выпадает, дождики. И даже вот негде укрыться от дождя. Сейчас остановка совсем пустая. Высокий забор, пустырь за ним, да небольшая лавочка. Помимо Алевтины ждать общественный транспорт приходят многие жители Боровой. Остановка нужна, уверены горожане. Бывает же дождь и снег, и негде от жары, людям негде укрыться. Вот когда его снесли, это у нас весной в том году, нынче думали, что-то сделают, но не торопятся. По словам Алевтины, в администрацию города она не обращалась. Отсутствие остановки товарищи, по несчастью, лишь обсуждали между собой. Однако, по словам чиновников, с этой проблемой они знакомы. Как говорится, в таких случаях вопрос держится на контроле. В настоящее время там идет ремонтные работы, то есть идет строительство церкви. И рядом уже огорожена территория для установки автобусного павильона. Но в настоящее время вопрос по срокам затрудняюсь ответить, потому что проходит согласование. Согласование между администрацией города и частным лицом, владеющим ближайшей территорией. Последний должен был восстановить остановку в определенный срок. Но сейчас загвоздка даже не в сроках согласования с собственником территории. Рядом ведется строительство церкви. И пока оно не закончится, устанавливать рядом ничего нельзя. Поэтому когда в Борове появится капитальный остановочный комплекс, неизвестно. Однако сотрудники управления благоустройства пообещали сделать временный навес. Илона Измайлова, Анатолий Соснин, телекомпания «Соль ТВ».